И всем здрасте, у меня новый подмастер, с вами Сноунейкер. И сегодня у нас будет обзор мода на Киберпанк. Но перед началом ролика подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. А также как скачать этот мод будет в конце видео и ссылка в описании. Также вступайте в мой дискорд, мы там будем снимать Человека-паука. Он тоже будет ссылкой в описании. Ну, а мы начинаем наш ролик. Как вы появляетесь, у вас сразу появляется вот эта вещь в руке. Мы так несколько раз используем, и нам дают вот такую вещь. Не знаю, что за вещь, я в киберпанке не разбираюсь. Вот это оружие. Давайте возьмем одежду. Вот. Дальше возьмем что? Что это такое? Это у нас... А, скорость. Ну, сейчас я вам покажу, как скачать данный мод. То, чтобы скачать вам данный мод, вы должны позайти по ссылке в описании. После этого вы можете посмотреть картинки, все такое. Если вам интересно, если вы не шарите, то... Если шарите, вы можете просто посмотреть, типа, как крафтить. Ну, дальше вы видите скачать мод Cyberpunk Endrunners. Загружаете этот мод, загружаете через Minecraft, после этого используете его в мире и включаете геймтест. После этого наслаждаетесь киберпанком. Ну а с вами был Нейкер, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а всем удачи и всем пока-пока.